Сейчас на этом месте площадка для тренировки собак, но уже совсем скоро здесь появятся беседки, лавочки, навесы и другие удобства, но уже для людей. Приют «Ласка» выиграл президентский грант и планирует построить на своей территории зооцентр. «Ласка» получит от государства почти 3 миллиона рублей. Еще 2 поступят в бюджет приюта от инвесторов и спонсоров. Эти деньги планируют потратить не только на создание инфраструктуры для посетителей, но и на улучшение качества жизни более чем 300 собак. Мы планируем обустроить уличную зону содержания собак и вот эту выгулочную зону для того, чтобы там было приятно, удобно и комфортно находиться и животным, и людям. Да, наша задача как-то зонировать территорию приюта, улучшить условия содержания собак, чтобы туда люди приходили и им можно было нормально пройти. И это, говорят, в приюте скажется в первую очередь на самих животных. Сейчас нередки случаи, когда потенциальные хозяева в последний момент отказываются от собаки. Далеко не каждый готов посадить в машину животное, которое только что лежало в грязи. Другой важный фактор – социализация питомцев. Они не есть просто, они просят общения, хотят гулять. Они знают, что приходит человек, значит, сейчас будет прогулка. Прогулка для них – это самое вот важное, самое ценное в сегодня, что за день произойдет. И собаки всегда рады, всегда ждут людей. Хочется, чтобы было и удобно, и комфортно использовать для дела. И чем больше людей с этой собакой гуляет и общается, тем больше она социализирована, тем больше шансов у нее попасть домой. В итоге в плюсе будут все. И посетители приюта, и его обитатели получат недостающее им общение. Работа над обновлением «Ласки» начнется в июле и продлится до следующего лета. А уже через год зооцентр распахнет двери для всех желающих.